Можно сказать, что почти каждая молодая семья сталкивается с квартирным вопросом. Решить его федеральные краевые власти предлагают при помощи жилищной программы. К таким программам относится накопительная ипотека. Еще ее называют народной ипотекой. Имен много, суть одна. Наращивание капитала путем перечисления средств на банковский счет. Таким образом, в течение нескольких лет можно скопить денежные средства на приобретение дома или квартиры. К тому же государство идет навстречу населению. И к накопленным финансам выделяется дополнительная сумма из региональной казны, что, конечно же, является хорошим подспорьем для тех, кто стремится к улучшению жилищных условий. Но это, так сказать, упрощенная схема накопительной ипотеки. Для того, чтобы разъяснить славянцам условия участия в программе, все ее тонкости, руководитель департамента по финансовому и фондовому рынку Кубани Игорь Славинский провел в нашем районе прием граждан. На вопросы жителей также отвечали сотрудники Кубанского центра господдержки населения и развития финансового рынка, специалисты Сбербанка России и районной администрации. Если вас заинтересовала данная программа, более подробную информацию об условиях участие можно также получить по телефонам горячей линии Кубанского центра государственной поддержки населения и развития финансового рынка, который вы сейчас можете видеть на своих экранах.